Посмотреть повтор мини-мелодрамы под названием «Цветочная танго» вы сможете на канале «Россия» 28 октября. В ней Варя понимает, что и безмятежная жизнь закончилась, когда разводятся ее родители. Мать решает оставить спивающегося отца Вари, бывшего военного, который так и не смог встроиться в новую гражданскую жизнь. В этот трудный момент в своей жизни Варя наконец-таки соглашается встречаться с Владимиром, сыном депутата, который давно за ней ухаживает. Но вскоре оказывается, что молодой человек не стоил ни Вариной любви, ни преданности. Владимир не только изменял ей с самого начала, но и бросил, как только узнал, что она беременна.